И всем привет, с вами я, Александр Сычков, и сегодня мы играем на сервере Snipers Only, на моем сервере Noobaz сервер номер один. И у нас соревновательный матч. И первое то, что я хотел вам показать, то что здесь можно найти абсолютно бесплатный АВП История о драконе или Dragon Lore. Смотрите и повторяйте за мной. Короче, ребят, выходим такие и смотрим. Убиваем одного противника и видим. Нет, не видим еще. Подождите. И видим! Это же оно! Это же АВП Dragon Lore! Офигеть, совершенно бесплатно! Офигеть, спасибо, игра! Офигеть! Интересно, от кого она выпала? Я даже не знаю. Ведь все такие нубы. Кто же взял такую АВП крутую? Я даже не знаю, но я ее нашел, и теперь я буду тащить именно с нее. Ведь это правда, то, что АВП у меня теперь. Так, нет, 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 нет. Так, вот, да. И берем теперь самое прикольное оружие, которое мне нравится. Это духовые. Мы можем здесь тут пользоваться только с АВПшек и с каров. То есть можем пользоваться или с кар 20, или ГСГ 9, или АВП. Все, больше ничего. Но я люблю бегать с такими пистолетами. Потому что мне разонравился револьвер. Так. Но вопрос, у кого же был АВП Dragon Lore? Ведь я его нашел совершенно случайно. Он валялся прямо там, где лежали враги. Да уж. Но где же, кто же его потерял? Надо его все-таки отдать кому-то, кто потерял. Кто же такой же крутой, так, как и я, выиграл такое крутое оружие? Я даже не знаю, но тащить с него, наверное, можно, но пока что перезаряжаемся. Все, потом берем АВП, наш Азимов, и начинаем тащить. Ой, а где враги? Извиняюсь. Ой, еще раз. Ой, все. Две попытки у тебя были. Ты с меня чуть-чуть хп снял только, пацан. Но кто же потерял АВП Азимов? Ребят, вы видели это? Только что мне дали АВП Азимов, хотя у меня АВП Фобос только что. Вы можете это видеть и, наверное, видели, потому что у меня АВП Фобос, ребята. У меня стоит вообще в инвентаре АВП Фобос. А тут прям Dragon Lore совершенно бесплатно. Кто-то тоже взял его, и я с него мочу всех. Нет никого. Ой, давай еще раз. Слабо еще раз. О, вы видели, куда ему попали изначально? Ему попали вот сюда. В это место. Вообще, как так можно? Ну ладно. Интересно, где наши враги? Я даже не знаю, может быть на Б? Хотя нет, на А, может быть. В общем, я не знаю, куда сейчас наши бегут. Но, видимо, не сюда. Где бомба? Дифусь! Дифусь бомбу! Дифусь! Дифусь! Хотя бы мой дифусь! Пожалуйста! Ну! Yes! Yes! Последний момент! Вы это видели? Мне просто сегодня везет, смотрите, я выиграл! Yes! Мне вообще везет! Я нашел АВП Азимов! Точнее, нет, не Азимов это Dragon Lore! Я нашел АВП Dragon Lore! Я разминировал бомбу в последний момент! Это просто нереально! Вы это все можете увидеть! Это не подстава, это реальность! Охренеть! Со мной такое впервые, если честно. Да уж. Офигеть! Это же такое крутое оружие! Dragon Lore! Да уж, с него можно затащить любого. Ну почти что любого. Если у тебя руки кривые, то даже любого не сможешь убить. Да уж. Выходишь такой, типа, берешь. Ой-ой-ой. Опа, хедшот. Вот такой вот АВП Dragon Lore. Самый дорогой вообще во всей игре. Я точно не знаю цену, но вроде 45 тысяч рублей. А точную цену я не знаю. Так. Ой-ой-ой, не туда. Я, наверное, не успею добежать, нет? Пожалуйста.
Сделайте это за меня. Я вас прошу, ребят. Вы чё вообще? Вы дебилы! Чё вы не разминировали её? Вы могли! Дебилы! Нафига? Чё вы не разминировали? Вы вообще дебилы! Да, команда, конечно, мне попалась не очень. Но хотя бы, наверное, Гейб мне дает шанс затащить все-таки с этой тупой команды нубов, которые даже бомбу не могут разминировать. Точнее, не хотят. Ждут, наверное, меня. Потому что реально, мне Гейб просто сегодня помогает. Он дал мне АВП, Dragon Lore. Он мне помог в последний момент разминировать бомбу и не взорваться. И все. На этом все. Пока что он мне больше ничего не помог. Но команду мне, конечно, дал не очень. Ну, хотя это не он дает, это все серваки. Но АВП Dragon Lore без прицела. Это вообще прикольно. Так, спасибо тебе, Гейб, за такую прикольную игру, которую мы сейчас знаем. Спасибо тебе за такие обновления крутые, с которыми можно играть. Офигеть, я его через стену убил. Это нереально, ребят. Я просто нереальный. Офигенно. Мне так не везло вообще никогда, чтобы просто идти с обычным оружием, с обычной АВПшкой, просто взять и найти такой вот подарок. Это АВП Dragon Lore. Я его даже на Фобос не буду менять, потому что такой подарок от Гейба я даже не ожидал. Хотя это подарок не от Гейба, но от какого-то игрока точно. Но смотрите, правда, мне Гейб сегодня вообще дарит такое. Я просто всем хедшоты ставлю и просто всех убиваю. Именно с этого оружия, оно какое-то, блин, волшебное прям сегодня. Если я поставился такой же скин, то я не так, наверное, буду тащить, как сейчас. Это просто какой-то прям, просто прикол. Или Гейб надо мной издевается, специально хочет приколоться надо мной. И сделать что-нибудь еще после этого. Ну, я не знаю. Но пока что все идет нормально, ребят. Я даже не стараюсь тащить. У меня и так все получается. Вот смотрите, я просто иду. И тут я понимаю, что никого нету. А команда-то затащила, ребят. Это просто прям счастливый день. Офигеть. Как так-то? Смотрите, я вроде не тащу. Ничего не делаю. А команда-то тащит сама. Точнее, бомбу она не может разминировать. Да, это сложно. Но все равно, с таким подарком, с таким вообще... Спасибо тебе, конечно, создатель игры, разработчики, понятно, спасибо вам. За такие подарки и за все такое, блин. А вот теперь я точно попасть. Нет, попал. Да уж. Серьезно? Нет. Серьезно? Офигеть! Я убил всю команду. Ну почти что все. Одного не добил, просто не успел стрельнуть. Ну ладно. Но все равно это... Это охрененно, ребят. Вы... Вам когда-нибудь так везло, чтобы вам выпадало в игре... в вашей игре выпадало вот такой вот подарок, приз вам от какого-то игрока. Что вы получаете вот такую вот АВПшечку красивую. Хотя у меня такая же, ну ладно. И команду, конечно, не очень крутых, но и у них тоже не крутые. Но, ребят, ну тащу ведь, ребят. А это уже, ребята, очень. Как так-то? Я не верю. Гейб, за что? За что? Как так? Охренеть. Да, Гейб не порадовал. Что бы мне взять? Возьму один пистолет тогда. А какой? Возьму обычный. Без ничего пойду. Гейб меня решил просто... Не знаю. Давайте. Еще. Еще раз. А теперь уже попал. Все. И вот у меня опять АВПшечка.
И мы идем. Стоп, 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 стоп. Мне показалось, или... Нет, это прикол. Такого быть не может. Взять или не взять? Или бомбу разминировать? Я не понял. Я только что у него взял обычную АВП. Как здесь оказалась другая АВП? Хотя пофигу. Вообще. Ну хотя бы врагов убью. Вот так вот. Да уж. Да уж. Странная игра. Второй раз. Я не знаю, как это происходит. Как это происходит, ребята? Как так? Вроде, смотрите. Первый раз, ладно, случайность. Но второй раз, ребят. Это значит, у них, у кого-то в команде, точняк, это оружие. Давай-ка. Нет. 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 Вот смотрите, кто нам такие подарки дает-то? Я не верю. Смотрите. Это серьезно, что ли? Смотрите, у него АВП Dragon Lore. Смотрите. Смотрите, серьезно. Вот он. Он у него. Вы видите? Вы видите, это Dragon Lore. Это серьезно он. Смотрите. Это просто... Офигеть. Еще один Dragon Lore. Я не верю. Я уже убиваю просто так, без прицела такого. Это просто... Нереально. Точнее, нет, реально. Точнее, нет, нереально, точно. Третий раз. Кто выкидывает второй АВП, я не знаю даже. Это какой-то... Охренеть. Просто. Ладно. Давайте уж. Последний раундик и все. Хотя, ладно. Давайте-ка. Присядем, посидим и поубиваем гадов. Которым не светит меня убить сегодня. Больше никогда. Да уж. Затащил. Затащил! Всегда тащу! Че, ни у кого не осталось Dragon Lore? Третий раз мне кто-то дает АВП. Вы это видели. Я не знаю, кто это, но... Это, наверное, этот парень. Смотрите, у него АВП Dragon Lore, так же, как у меня. Охренеть. У него залаганная пушка, смотрите. А, нет, не показалось. Это же АВП Dragon Lore. Самый оригинальный. Самый такой красивый. Самый-самый. Смотрите, это он. Охренеть. Вообще. Это, наверное, какой-то прикол. Или он правда у него есть. Но не на Б. Давай. Следи. Немедлим. Диффузую бомбу. Ну уже. Пожалуйста. 10 секунд. Yes. Ну вот и все, ребят. Мы узнали, наверное, где... откуда эти АВПшечки. В общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии, хотя... Ну ладно. Хотя бы лайк поставьте. В общем, все понятно. Лайки ставьте и всем вам пока.